Крупнейший энергетический холдинг России «Русгидро» провел в Красноярске собрание акционеров. Руководство компании подвело итоги работы за 2011 год и поделилось планами на будущее. Почему отчетное собрание прошло именно в Красноярске и на что компания планирует потратить более 90 миллиардов рублей в этом году, расскажем далее. Сегодня руководство компании «Русгидро» подвело финансовые итоги работы за 2011 год и отчиталось перед своими акционерами. Это год был годом серьезных вызовов. Компания справилась, показала при этом великолепные результаты на рынке. В общем, я считаю, что акционеры сейчас поддержат, так сказать, все наши предложения. Даже нисколько в этом не сомневаюсь. Одна из важнейших стратегических задач холдинга – предоставление всего комплекса услуг конечному потребителю без посредников. И в Красноярском крае это выстраивается. То есть у нас здесь своя генерация, у нас здесь сбыт. Если мы еще будем работать в области ЖКХ и воды, то есть мы дойдем до каждого жителя края и будем предоставить максимально качественную услугу. Это самое важное. То, что увеличит стоимость нашей компании, в конце концов. Это тенденция развития любой крупной компании. Мультиутилитис, это все, мы должны представить весь комплекс услуг. В рамках реализации программы по энергосбережению и энергоэффективности «Русгидро» предоставляет услуги по энергоаудиту. Уникальная лаборатория на колесах, оборудованная дорогостоящей аппаратурой, позволяет проводить обследование даже в экстремальных условиях сибирской зимы. Наличие парка приборов позволяет, в принципе, проводить любые измерения, как говорил, это и электрических параметров, анализаторы газа, анализаторы поток воздуха, поток жидкости в трубопроводах, нахождение неисправностей как скрытой проводки, так и порывов трубопроводов. «Русгидро» продолжит реализацию комплексной программы модернизации. В этом году все основные ресурсы руководства «Русгидро» планируют сконцентрировать на внутреннем рынке, промышленно-производственных работах по реконструкции и техперевооружению существующих объектов, а также строительстве новых. Объем инвестиций в этом году составит более 90 миллиардов рублей. На реализацию программы инновационного развития компания «Русгидро» планирует ежегодно выделять не менее 3% от своей выручки. Ольга Ванесова, Константин Смородников, краевой телеканал «Енисей-регион».